Здравствуйте, зрители. Сейчас хочу вам показать одну вещь, а именно, технологическую демку движка Real Virtuality. Этот движок используется в игре Operation Flashpoint. Эта демка представляет из себя симулятор вертолета от первого лица, с помощью которого мы можем рассматривать карту с разбросанными по ней домами, машинами, танками и деревьями, причем площадь карты поразительная. По крайней мере в те времена. Это была наработка братьев Шпанель, имевших мечту создать свой симулятор боевых действий. Все объекты прекрасно видны издалека и исчезают только под пеленой тумана. Больше вы сможете узнать из обзора на эту игру. Ссылку на скачивание демки будет в описании.